Ну и вот, вот при таком штативе уровень постоянно пляшет. Сейчас хорошо он в допуске, в 5 секундах, он пляшет постоянно, это еще рядом никто не едет. Сбиваться может, нужен нормальный штатив. Вон хотя бы как у них, вот там на дальнем фоне геодезисты стоят. Это... Сейчас я подойду к ним, вот у них все есть. И помощник у него постоянно замерчик свой. И геодез у них есть там все. Все, что нужно. Отвесы, и электронные уровни, все, что угодно. И мощный штатив. Инструмент у них дороже раз в 5. Но это не обязательно, это не поможет. Даже если такой инструмент быстрее и качественнее, то это не будет. У нас инструмент достаточный для того, чтобы работать.